Доброе утро, дорогие друзья. Вчера нас не было в сторис, потому что мы переезжали. Мы переехали окончательно, можно нас поздравить. Вот, но дел еще много. Вчера перевезли кучу вещей, теперь опять все заставлено. Вот, еще. Я вчера просто, я в шоке сама себя, как я могла так сделать. Я переутомилась, видимо, и вечером я засунула сим-карту в айфон не в саму вот эту вот штучку, а в отверстие. И она у меня там застряла, поэтому сегодня мне нужно нести в сервисный центр телефон, и чтобы ее оттуда вытаскивали. Короче, это вообще капец. Так, ну мы с мамулей вышли сейчас прогуляться, подышать свежим воздухом. На улице уже так солнышко начинает заходить, так приятно. У нас на самом деле здесь так красиво. Лес, такая красота. Смотрите, такие улочки красивые. Вот. Целый день сегодня занимались уборкой, готовкой. Не знаю, кому как, но мне это реально в кайф. Мам, тебе в кайф? Конечно. Мама вообще кайфует. Я кайфую. В общем, очень классно. Кайфую, как в песне. Мы довольны вообще очень прям. Скоро вам все покажем, обязательно.